Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Dota SLTV. Да, ну что же, мы начинаем последний день американских, азиатских квалификаций на The International. Сегодня нас ожидают две игры. Сначала мы начнем с финала лузеров, в котором столкнутся ребята из Кореи, MVP Феникс и ребята из... Ребята из, из небес, скажем так, под предводительством Иисуса. Но это таиландская команда, да. И называется она Made in Thailand, MIT. А, MIT Trust. Да, есть Made in Brazil, в Бразилии, MIBR, Кайсер, а тут Made in Thailand. Ну, да. Они действительно made in Thailand, ну, может, их родители где-то в другом месте делали, но в любом случае. Не, ну, этих подробностей... уже кто кого делал там. Этих подробностей мы не знаем. Ну, а что? 6 утра, что вы хотите? Я загорел. Вы на меня не смотрите, я вчера очень сильно загорел. Не смотрю на эту часть экрана. Я не в Киеве был, это не важно. Ладно, продолжаем. Да, так вот, сначала мы посмотрим этот матч, ну, а потом победитель, собственно, финала лузеров отправится в гранд-финал, где столкнется с командой Arrow Gaming, которые, ну, просто рвут эту квалификацию пока. И, но ну, проиграли там... они один матч всего, два, я два его комментировал. CIS и... Ну, два, то есть неважный матч против CIS, и до этого проиграли тоже один матчик, они всего-навсего. По-моему, не MVP ли они? Иисусу они проиграли. Да, они как раз-таки Иисусу и проиграли. То есть, как бы, команда, в принципе, сильная, но против команды можно нормально действовать. Ну, Иисусу они тогда отдали морфа, и морф их просто, грубо говоря, через райт-клик вынес ногами вперед. Как бы, поэтому это, наверное, может сказаться на гранд-финале. Я, конечно, не уверен на 100%. Ну, смогут ли, опять-таки, переиграть их Митраст, но вот мне кажется, что могут. То есть я, да, смотрю сейчас вот против Arrow, да, действительно, они выиграли матч против Arrow. Хорошая была игра, на сайте у нас есть статистика, там MIT могут, скажем так. Да, ну вот мы видим статистику команды MIT Trust в целом за год, 41 матч они сыграли, 51,2% винрейт у них. Ну, на самом деле, на этих квалификациях они не выглядели прям нереально уверенными, то есть, по сути, в их команде действительно только... Лейклс. Да, товарищ Иисус тащит за уши свою команду. Вот это-то... Вот мы говорили на американских квалификациях, я когда говорил про команду North American Rejects, я говорил, что вот Snake King, как Керри, он никогда не тащил команду за уши. Вот этот товарищ Иисус, это единственный, кто тащит эту команду. То есть вот... Ну, то есть ты имеешь в виду, что единственная такая команда, где вот именно один человек, который заводит сюда? Ну да, то есть если проигрывает команда очень сильно... Все равно ты можешь надеяться на Лейклза, который может вот взять и перевернуть. Который может пойти к противнику под тауэр, разбомбить там врага, при том, что преимущество в 10 тысяч, и уйти оттуда еще живым. Deal with it просто такой, в очках. Ну, а вообще, по поводу MVP, если брать в учет их вчерашний матч, ну, правда, действительно, они играли против Arrow, то есть, может быть, здесь будет что-то не так. Мы за них будем болеть, я думаю, это понятно, потому что я за них буду болеть точно. Я думаю, большинство людей, которые смотрят нашу трансляцию, тоже будут больше поддерживать, собственно, MVP Феникс. Ну да, смогут как-то ближе ли? Они ближе уже к нашему зрителю, так побывали они на ланах StarLadder, но я считаю, что MVP действительно могут, потому что у них очень нестандартное мышление. То есть, если MIT Trust играют, ну, на достаточно таких стандартных героях, точнее, у них вот этот Лейклс играет на стандартных героях, то есть Морф, Вивер, Клинкс, ну, это, в принципе, не очень там необычный герой, тот же Клинкс, да, он редко появляется в последнее время, но все равно это достаточно
понятный пик. В то время как MVP могут взять такого, что даже сами MVP не поймут, да, чего они хотят. Вот это самое главное в этой команде. У них не самое стандартное мышление, потому что они не заразились вот этой штукой, как вот большинство сейчас европейской доты. Все играют одним и тем же, никто не хочет думать. Они думают, но иногда думают слишком много, и получается совсем печально. Вот они против Arrow Gaming, которые мы говорили, да, рвут и мечат. Они во второй карте, отдав Рошана, там 4 раза, по-моему, подряд Рошана убивает Arrow Gaming и кое-как выигрывает эту карту. Вот там MVP показали себя во всей красе, показали, что они реально могут. И если будут брать что-то нормальное, потому что первую карту они взяли, вроде, казалось бы, хороший пик. Я на первых минутах говорил, что, блин, у них очень крутой пик. Но по лайнингу они не рассчитали. И вот, видать, если они будут думать еще о том, как бы на лайнах не профукать и начально не отдать преимущество по всем трем лайнам, то тогда у них есть шансы тащить у Мистрас так уж точно. Да, я действительно думаю, что вот я вернусь опять к Старладеру, что Старладер им очень сильно помог, потому что уровень азиатских квалификаций и уровень, который был на Старладере, но это совершенно два разных уровня, там топы мира. Видишь, даже мы, ну, чтобы люди понимали, мы говорим даже не конкретно о самих финалах Старладера, а о том, чем здесь ребята занимались. Да. Потому что мы об этом еще писали тогда, был видеообзор от Na'Vi Gaming, который они выкладывали, и там было четко видно, что ребята сразу после того, как проиграли, они пошли пообедали, вернулись в Players Lounge и сидели, играли 3 дня праки против Empire, DK, Na'Vi, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, собственно, понятное дело, это опыт. Да-да-да. И вот теперь, ну, в принципе, я не знаю, может, они сейчас сидят и думают вот на тех же групповой стадии, боже, против кого мы играем. Наверное, мы себя сейчас чувствуем, как вот Empire, Na'Vi чувствовали против нас тогда на Старладере. То есть такое тоже возможно. Не, ну просто если говорить о той же команде Mistrass, да, то есть тег известный, команда известная, но по сути, а где мы их видели? На каких-то Asian Games, то есть в топовых турнирах они не участвовали. И ну, вот. Иисус вообще, вот он последний раз, вот действительно его крупный лан, по-моему, был, это действительно International первый. Да. На втором да. он не попал. Они на ланах вообще не были, но на ланах они там ездили, там в Филиппинах был какой-то там лан, они что-то там играли, и еще где-то. Ну, то есть в Китае они не ездили, ни разу не играли. А так, понятное дело, что MVP, как бы оно ни звучало смешно, MVP намного более опытная команда, чем Mistrass. И да, если бы я делал ставку, то я бы здесь сделал все-таки ставку, что в мучительном матче 2-1, но выиграет MVP. Да, я вот тоже сказал бы, что MVP должны здесь побеждать. Реплей они должны были смотреть, учитывая их подход к делу, то я думаю, они знают, чем играет Mistrass, благо у тех ребят не особо такой большой пул героев, то есть и позабанивают они сейчас ключевых персонажей, и все будет у них хорошо. Но вот у нас начинаются уже пики, поэтому я покидаю наших комментаторов и вернусь уже после матча, ну а мы можем переходить непосредственно в игру. Ну что, вот они составы команд. Mistrass против MVP, March, Hin, Ryzen, Fury, QO против TNK, Lakel, Zaabi, Kuta и Бумбелла, Бамбалейло можно было бы его назвать, но он Бумбелл. Но он будет Бамбалейло, я думаю, вызывать сегодня у большинства зрителей. Возможно, но мы видим, что MVP не забанили пока Марфа, не забанили там какой-то Клинкса и так далее. Ну, в любом случае, вот он, сравнение еще команд у нас идет. Всегда я вот люблю смотреть на линию Last Hits. Что 617 их у MVP, 554 у Mistrass. То есть Mistrass играет в среднем. Короче, жаль, что у нас нет здесь показателя среднее количество, средняя продолжительность игры, потому что это было бы очень интересно. Надо бы нашим ребятам, которые занимаются титрами, сказать, чтобы добавили эту вещь. Да, было бы достаточно интересно подобное увидеть. Ну и first pick'а Mistrass забирает Трента. Мне это уже нравится. Welcome to North America просто. Только-только мы отъехали от американских квалификаций. Вот он, Trend Protector, у которого мы видим, что у Mistrass 8 раз они его брали, и Aven Rage 62,5%. То есть выиграли 5 матчей из 8. Но MVP просто отвечает жестоко и очень четко. First pick Джакира. Это финал лузеров, чтобы вы понимали. Команда, которая выиграет, едет в Сиэтл. Команда, которая проиграет, едет домой. Вот это да. Фурион и Джакира. Пуш. Вот это да. Но первое, что идет на мозг, пуш, но учитывая, что забанен один из любимейших героев MVP Феникс Банша, который очень часто пикают. Да. Ну вот мы видим, они решили и так сыграть.
Последний пуш, который я видел от MVP, это было против Arrow Gaming, и там они, как я уже говорил, по лайнам не рассчитали, в итоге их ликантропа задавили на линии и вообще ничего не дали вообще сделать. То есть они даже одного тавра, по-моему, там не сломали в той карте. Поэтому вот сейчас MVP должны делать выводы, не только брать там, да, вот он Фура, вот он Джакира, сейчас еще Шадоу Шамана, возьмем еще кого-нибудь, кто ломает того, раз умонит, и лайны все профукаем и проиграем карту. Надо обязательно подумать над тем, как они будут драться на линиях и как они будут, в принципе, там стоять. Вот когда в пике у врага дерево, вот эти мысли про то, как стоять на линиях, они сразу становятся как-то в два раза тяжелее. Все очень просто. Welcome to heaven. Морфлинг. И это сам... Им нужно играть на своего Иисуса, потому что если они не будут на него играть, тут не на кого, в принципе, больше играть у Мистраст. Не, ну все, мы уже знаем, как будет идти игра. Мы уже прекрасно знаем, как будет идти игра. Будет стоять в легкой морф, будет у него два саппорта, которые ему не будут мешать на линии абсолютно, которые будут находиться близко к нему, которые не будут получать левел, но которые будут пытаться максимально ему помогать. То есть это будет тренд протектор плюс что-то, что будет пулить, это... В принципе, неважно, что это будет, если это будет Shadow Demon какой-то, у которого будет еще возможность засейвить морфа, это будет вообще идеально. Вот давайте смотреть. Скорее всего, это будет или Dazzle, или Shadow Demon. Вот, ну вот на второй стадии Мистрасты банят двух пуш персонажей, Ликана плюс Лондруида, и MVP банят Вайпера, поменьше хотят видеть агрессию от противника. Ну и последний бан. Ну надо выигрывать мидлейн, в любом случае надо выигрывать, и надо со своей легкой выносить максимум. Мне потому кажется, тут Тинкера надо банить. Да, кстати, надо банить Тинкера, потому что хорошо Аба умеет на нем играть. Мы уже видели это, во-первых, а во-вторых, учитывая наличие Фуриона, ну тут, скорее всего, Фурион пойдет, ну, я даже не знаю, чтобы морфа загнобить, надо Фуриона ставить в легкую, наверное. А трипло идти в сложную, брать сейчас Джакира... плюс что-то, с каким-то станом, какой-то, не знаю, вещдоктора и, ну, может быть, луну, и просто идти валить лицо этому морфлингу с первой минуты. Иначе. Вообще надо играть против команды, в которой есть один человек, который тащит эту доту. Нужно играть из разряда гнобим этого парня, не даем ему вообще ничего делать, чтобы он, в общем-то, в игре не тащил. Иначе морфлинг это, во-первых, очень сильный герой в затяжной игре, а во-вторых, на нем будет играть тот Лейкл, товарищ, который ну, тащит катки. Сейчас вот мы говорим, как в пабе против Дэнди надо шпилить. Надо да. Наби его, и все будет нормально. Тогда у тебя, может быть, будет шанс на победу. Рубик от команды MVP Phoenix. Да, хороший вариант. Во-первых, против морфлинга вообще шикарно. Ну, во-вторых, ворованный Living Armor, это тоже хорошо. И Living Armor, и Wave, и перекачка. Будет Рубик бегать там с двумя косарями ХП на халяву. Это просто замечательно. Так, ну и Мистрасты, посмотрим, возьмут ли они того самого Тинкера. Потому что пуш у MVP может захлебнуться из-за этого Тинкера. Там реально тяжело... Таура это... забирать, да. Угу. Да и линию у него не так легко и не так приятно выиграть. Так что, ну тут да, тут действительно возможно. Возможно, стоит взять этого чудо-героя. Ну и думают Мистрасты. Шеду демона надо брать сейчас. А враг там уж пусть потом думает, что будет вмит. Виви Феникс тоже до последнего момента не хотят палить своего героя для КО. Но мы видим, что Шеду демона 5 раз брали. Да, и Винрой даже хороший. Ну, пока кентавр, который опять-таки дает возможность жить морфу. И убивать морфу, и помогать морфу. Ну, то есть... Крутой герой. Да. Действительно крутой. Против Джакиру, Профета и Рубика это вообще... Против Фуриона, вот если они один на один встанут, то тем более. Тут показывают нам связочку. Ты посмотри, какой у них ужасный винрейт. Но тут 18 игр сыграно как минимум, зато они опытные. Ну да, зато опытные. Но винрейт какой-то просто очень ужасный. И тут вообще по-другому. Ох, Варлок заезжает. Вот это да, вот этого я не ожидал. У MVP вот они любят, как мы уже отмечали, у них нестандартное мышление. И они зачастую берут этого Варлока. Ну причем это Соломит Варлок. Ну, по идее, должен быть Соломит. Ну, вариантов других нет, Профета же не в мид не поставят. Ну, были и такие, которые ставили Профета в мид. Но не в финале же, блин, квалификации на International. Видим, что Варлока один раз брали MVP 6-1-4, он закончил 100% мидрейт. И, по-моему, блин, я помню эту игру. Я тоже где-то видел. Не помню, с кем они играли, но я помню точно, они играли с Варлоком. Не в финале ли квалификации на StarLadder они играли против команды Bird Gang? На лане была та игра. Да, там тогда они взяли Варлока, и вот тогда они с ним выиграли.
Мы с Кацпером эту игру комментировали, как сейчас помню. Месяц назад где-то приблизительно это было. Четвертый пик Митраст. Шеде. Так, ну, я... под Кентавра, под Марфа, Шеде тут подходит шикарно. Я пока у нас идет пик, Ваня, ты нас слышишь? Ваня, помоги нам, пожалуйста, приди, включи кондиционер или пооткрывай у нас тут окна, потому что мы тут сейчас жаримся. Мы можем и сами это сделать, но это будет тяжеловато сейчас эфир забросить, пойти окна открывать. К черту все. Ну и остается буквально 10 секунд резервного времени и... Shadow Demon. Shadow Demon, которого прогнозировали мы с самого начала фактически. Потому что опять-таки любят они вот эту связку Shadow Demon, Trend Protector, Midtrust. Ну и под Марфа это вообще идеально, потому что сейв. Все три героя, которые сейчас взяли, кроме Марфа, это возможность для сейва. А учитывая, что MVP Phoenix нюков толком нету, не толком, контролировать они его вообще не смогут. Да. То есть, ну, чем ты его зацепишь? Рубик подымет, ну пускай. Ну, пусть Джакира еще заморозит. Ну, это не то. Этого будет явно мало, поэтому здесь должна быть агрессия и расчет на очень-очень быструю игру. Такую, чтобы он там вынес максимум Линкинг сферу, которая ему здесь, в принципе, нафиг не нужна будет. Вот, кстати, да, по поводу Линкинг сферы, ну, за исключением... Да, хотя Рубика. Нет, она тут... Да, за исключением Рубика, но, опять же, что он такого может заюзать? Ну, разве что украсть что-то может, вейв какой-то, и, ну, поднять телекинез, ну, это такое, ради одного скилла. Да, он его просто ваншотить будет, Этернал плюс адаптив и все. Кого, Рубика? У которого 2000 хп будет, ты веришь? А вот это да. Если украдет перекачку, а он украдет перекачку, это 100%. Тут как ни крути. И когда он будет бегать левел 4, имея 950 хп, там, на шестом левеле плюс у него будет 1100. Там всякие. Да-да-да. Попробуй его убей, этого Рубика. Будет толстячок такой. Рубик. Last ban команды MVP Phoenix. Но еще Midtrust не взяли ничего себе в мид. А может он Морф пойдет в мид? Не, да, Варлок вот, ему там наваляет. Варлок ему должен навалять, потому что когда ты идешь морфом в мид, перекачиваешься там немного на ловкость, хп у тебя остается совсем мало. 357. Да, у него и рейндж побольше, и тычка там довольно жесткая, Варлок его там унизит. Ну, во всяком случае, должен, просто там же будет играть Иисус, Radiance, поэтому... Man. Черт его знает. Бы, да. Шторма зачем-то забанили Midtrust. И не понимаю, зачем они забанили Шторма. Может, они не в курсе вообще, как там MVP играют, и решили забанить именно Шторм? Да ну вряд ли они не в курсе. О! Сларкевич. О! Radiant's pick. О, это интересно, кстати. Сларк, это очень интересно. И сейчас Midtrust должны думать, что же им поставить в мид против Варлока. Но ситуация меняется, MVP теперь имеют не такой, ну, то есть они хороший пуш-потенциал, но при этом у них и лейт довольно неплохой. Сларк, если приоденется, может дать там нормально. Ну, главное, чтобы это не был Сларк через 4 Essence Shift и через первым артефактом Скади. Видели мы такого Сларка. У нас будет дыметь очень сильно под наших стульев. Антипригорин мы не взяли с собой сегодня. Антипригорин. Ну что, 10 секунд остается, и нужно делать выбор. Последнее слово за Midtrust. Razor. Ну, такой вариантец. Из кого тут дэмэдж интересный вытягивать? Интересный вариант. Ну, я не знаю, из кого. Просто вытягивать дэмэдж и не париться. С того же Варлока, не знаю, или Сларка, что ли. Слушай, а это Сларк соломит сейчас будет? А сейчас будет Сларк в миде. Ну, тогда ему не повезло. Против. Если, ну, просто если сейчас Кьо и Марч не свапнутся, потому что Кьо обычно ходит в мид у MVP Феникс, а не Марч. Марч обычно ходит либо в сложную, либо в легкую. А, ну, вот тут, скорее всего... Ну, вот мы видим, что Марч, правда, на Банше играет в миде очень часто. Ну, вот Патма, Ликантроп, Дум и Бэтрайдер, вот этими героями он обычно ходит явно не в мид. Ну, а вот он Кьо. Да, трижды он играл в миде на Сларке, мы видим, и 66% винрейт. Ну, не факт, что в миде, но имеется в виду, что играл он этим героем. А, и учитывая, что во всех остальных матчах он ходит в мид, скорее всего, здесь будут они придумывать что-то типа того. Ну, мы посмотрим. Skype Problems пишет нам пока Марч. Самый известный все-таки дотер корейский, который играет уже очень много времени. Так, ну что, на морфинге будет играть у нас тот самый Иисус, Бумбел на Тренте Протекторе, Аба, Разор, Кит, Кентавр и ТНК, Shadow Demon. Ну, ничего необычного у Midtrust. Да, все по дефолту разобрали. Посмотрим, как будет по лайнам.
Ну и пока не свапаются и не ну я смотрю уже на запак Варлока. Мне он очень интересный. Шмотки какие-то у него есть. Любит играть на этом герое. Ну, конечно же. Обсидиан Голем. Мне он не нравится. Физически говоря. Я вообще в шмотках не особо разбираюсь, так. Знаю, что какие-то есть. Почему нет шмоток на ТХД? Что это за бред? Оденьте ТХД, пожалуйста. Ну что, ехала. Кью-оу, щиток, 7 этих, кью-оу идет в легкую. Все-таки в миде будет марч. Хотя... Что это? Тапочек. Тапочек? Надеюсь, он второй не купит, может, их там это бэкапнули назад. Год назад, да, вернулись ребята. Кстати, ну тогда это были не они, но вот того Фуриона, который купил тапок и блейдмейл, я никогда не забуду просто. Тапок, блейдмейл, пацана, на 7 левеле. Охренеть. У этого Фуриона... Возвращает дэмэдж, пацан. Ну, next level Dota. Да. Нам просто этого не понять. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит и почему Варлок идет в мид с тапком. Fast phase. Ну, если это fast phase, то проще было бы, наверное, себе когти купить. Не, ну видишь, там какой план. Может быть, он все-таки умный, а мы тупые. Все-таки стоит-то ему против Разора, у которого, скорее всего, тоже будет тапок, и типа, чтобы убегать от него после стати клинка. Потому что если не будет тапка, и Разор с тапком в тебя присасывается, то это беда. Они в миде вообще друг друга хорошо нашли. Оба с тапками. Разор с тапком тоже как бы дело такое в миде. Не, ну Разор почему брал тапок, понятно. Потому что у него был план, просто цепляешься стати клинком и догоняешь пацана, и высасываешь у него максимальное количество дэмэджа. А ну вот Варлок немножко, по-моему, все-таки можно было бы по-другому. Ну тут, короче, у нас все с тапками. Кентавр с тапком, Фурион, Разор, Варлок, Рубик тоже с тапком на первом левеле. Тапки гейминг. Тапки гейминг, да, действительно. Слишком много тапков на одну игру, скажем так. Ну и просто шедевральный запак у Shadow Demon'а. Это квест тоже где-то мы видели же с тобой. Там, по-моему, Мирана, что ли, такая была. Ну ты смотри, как пеньками-то крипов уводит Фурион. Ох же, красавчик, Фурив. И он уводит крипов, крипы по тавр пойдут и заработает он сразу себе второй левел, а то и выше. Мистрас, ты походу забыли о том, что Фурион такое может делать, ведь по последним играм не часто можно увидеть подобные мувы. Поэтому вот сейчас они немножко вот, крипы ошиблись. Уходят, конечно, но в любом случае кучу времени здесь выигрывает Фурион для себя. И линия спушится 100%. Да? Да, линия, сейчас двойная пачка крипов будет идти, и ему придется стоять под тавром, что очень-очень круто. Для него. И по сути Марфу, в принципе, все равно, да. А Фуриону будет очень в кайф сейчас стоять. Ну и вот на вторая пачка, две пачки крипов, два ранжевых крипа. И прям очень хорошо сейчас все. Кентавр на топе тоже вроде как не особо тужит. Почему-то линия также спушилась. Правда, в обратную сторону. Да, ну тут пока все ровненько. Я больше буду обращать все-таки внимание сейчас на то, что будет происходить у нас на мидлейне. Во-первых, мы редко видим Варлока в играх, поэтому каждое появление Варлока это опять-таки весело. А, ну и пока мы видим, что у Марча 5-3, крипстат более-менее нормально, 4-2 у Абы. Ну Абы играет как-то пассивно, он встал прям к себе на хайграунд, вообще не подставляется. Хотя вроде бы как раз-таки он может гонять и вытянуть из него хотя бы немного дэмэджа, и за счет этого переластхитить, пока видим, что кайсят они практически одинаково. Ну, Варлок через плюсы качается, и через хил, в принципе, понятно. Мне, ну, соло мид Варлок по-другому, наверное, качаться и не может. В принципе, бансы ему пока не надо, и понятное дело, что плюсы здесь будут намного более пополезнее. Ну, понятное дело, что апхивал, мой любимый вообще спел в доте, настолько крутая штука вообще. Когда он в 4 на 7 левеле, это просто такая жесть. Ну, тут на самом деле вот этот апхивал плюс фатал бансы плюс голем сверху в перспективе, это будет очень жестко. В перспективе, да, то есть вся команда будет умирать на ура, то есть Марфу надо будет оттуда как-то делать вейв-аут, убегать и так далее. Ну вот, вот это морф by Lakels, то есть тут на него не работают законы физики, скажем так. И он на фрифарме, то есть этому парню дают все карты в руки. Давай, ну ошибка, еще раз. Может быть, есть какой-то план у MVP Феникс. Но я все-таки, вот в матче с Arrow, когда они тоже взяли так вот Марфа вторым пиком сразу, я тоже с самого начала говорил, что у Arrow сейчас единственный шанс выиграть эту игру, это пойти триплой в сложную к этому Марфу, и все. Это же не так тяжело делать. Берешь агрессивную триплу и идешь, ломаешь лица. Нам показывали ребятки из Liquid на американской квалификации чуть ли не в каждом матче, как это надо делать. Берешь Котла, Вич-Доктора, Рубика какого-то, ну вот таких вот саппортов, которые спамят, которые постоянно могут лезть под тавры, берешь какого-то более-менее
керри веселого, который может и нафармить, и убивать, начиная с первых минут. И все. И Марфу уже не весело. Марфу уже не прикольно. В мид-ганг. Да, попыточка цапнуть Варлока. ШД спрятал. Но тут же сразу телепорт от Рубика. Ну, и... то, смотри, прям молодцы. Моментальная реакция. Уже видно, видно, ребята. Ну, приигрались. То есть, если мы над корейцами, грубо говоря, потрунивали, подшучивали, да, вот Витя Гатхант комментировал Корею, вы знаете, у нас практически последних 8 месяцев, там, нам, мы иногда жалели его, иногда с него издевались и так далее. Ну, суть в том, что, да, они были смешными раньше, было действительно весело наблюдать за этой дотой, то есть, это было такой себе паб, но немножко апгрейднутый. Сейчас мы видим, что есть уже толковые мувы, ребята знают, как правильно гангировать, как правильно вардить, девардить, каких брать героев, ну, то есть... Хороший мап-контроль, то есть да. Это то, что ты как только увидел на карте какого-то противника, прилетел сразу на сейф. А Рубик с телекинезом и фейтболтом второго, он очень даже хорошо может помочь, а то еще и наоборот сделать ФБ, помимо того, что засейвить. Да, но мы понимаем, что все-таки демон этой команде довольно много дал за время своего рецепт пребывания. Рецепт Мидаса уже у Морфлинга, и на топе Сларк. Ну, единственное, у что него уже есть Мидас. Это, блин, четвертая минута Мидас. Ну, то есть деньги у него уже есть на Мидас, он просто его не покупает, потому что тут же крипы, как? Лейклс. Так, будет делать ФБ. Есть телепорт опять-таки. Лейклс будет ли лететь Фарива? Лейклс влетает Фарива. Рубик не успевает ничего сделать. Ну и в итоге есть Форсблад и забирает его. Кто бы вы думали? Да, тот самый Морфлинг. И ситуация усугубляется у ребят из MVP. Морфлинг вырывается вперед, и фейзы появились там в миде у Варлока, теперь ласхить будет еще проще. И к слову о Сларке. Если этот Сларк быстро себе вывозит Shadow Blade, он в любом случае Морфлингу ничего сделать не сможет. Он единственное, что сможет, это гангать всю карту. И как ни странно, гангать там какого-нибудь кентавра, Разора, Shadow Демона не страшно. А вот то, что он Морфлинга убить не сможет, вот это самая большая беда. Да, это действительно минус. Потому что Сларк, он вообще его никак не цепляет, разве что если он сделает себе орчит, но это нереально быстро его орчит сделать. Или башер какой-то. Купил себе колечко. Ну, дефолтный у нас Сларк тем временем на топе, я так понимаю, ничего сверх особенного мы не увидим, не увидим мы никаких тут мидасов. И ласт хит у него, посмотри, 36 у Морфа и 25 пока только у Кьюа. Ну, вот эта десятка, это очень серьезно, Морф действительно забирает просто все, плюс у Морфа есть уже мидас и плюс кольцо, ну то есть... Лейклс, ну, короче, мы очень редко, когда комментируем, мы можем говорить вот такие фразы, что «О, отдали того героя» и так далее, так много внимания обращать. Но здесь действительно это герой, с которым они фактически не проигрывают. И вот у товарища Морфа нетворс выше, чем у Сларка на 1000. Фантастика, на ровном месте. Ну да, Фарсблад, но все равно. Шестая минута. Сейчас будет уже второй раз заюзан Мидас. Как-то аж слишком все хорошо для Лейклса, и пора бы ему как-то вот эту вот, наверное, малинку солью посыпать. Ну, Фурив в лесу на Фурионе тем временем фармит себе тоже мидас. Есть у него пятый левел, скоро будет ультимейт, будет он помогать своим тиммейтам. Ну, возможностей для ганга пока не было, и пока суппорты команды MVP абсолютно не активны. Но зато активен Марч, который на фейзах бежит на топ, у него есть голем, но это, наверное, будет попытка забрать тавр. Ну, если поймает кентавра, 870 хп. По сути, если Сларк его цепляет, то это труп. Да. Тавра могут убить. И при этом еще заберут тавр. Там с этим ликвидфайром таврочек будет падать на ура. Ну, он вот подбегает. Варлок просто подошел, бам. Все. Сларк даже не стал прыгать. Но вот видишь, тут дерево еще есть. Поэтому сейчас надо очень быстро проспамить линию, потому что кучу времени теряет Марч, который прибежал сюда. Ну поторопился. Вот как по мне, он поторопился, нужно было ждать Фуриона. Пока тот подымет шестой левел и придет тоже на помощь. Так бы они очень быстро сломали тавр, и проблем бы вот таких не было. Сейчас он тут будет Сларку мешать фармить. Тавр они вряд ли сломают. Ну, а вот и фура. Фуриона пришли. Вот, смотри, голем на Разора. Разора ускоряет, прыгает хорошо, Сларк цепляет. Разора пытается выхилить всем силом. Да, есть первый фраг. И кентавр юзает проказ. Морфинг потянулся на помощь. Минус 2. 2 в 1 размен. Кентавра пытаются забрать. Кентавр отсюда... уже вряд ли куда-то уйдет. Накрыли его тоже медным тазом. 2-2 разменяли. Морфлинг без маны уйдет отсюда спокойно. Но, и это самое главное. Но Морфлинг сделал фраг. Курицу потеряли. Курицу потеряли где-то. Где потеряли курицу и что в ней было? А курицу вот здесь в драке. На перехват Сларка Трент. Ну, Трент ему вряд ли что-то сделает. Ну, да, понятно. Тут еще и Сларк ему может лицо сейчас разбить. Вот, не разбил. Нормальный все-таки Сларк. Не Сларк курили. Ой-ой-ой-ой-ой, Морфлинг! Что же ж ты ж так? Вот это фейл!
Ну вот уже не так все сладко. Soul Catcher. Паунс откатывает и уходит отсюда спокойно. Киоу, красавчик, Киоу, Киоу покупает себе шедовый амулет. Какой же важнейший сейчас фраг ДДщу заберет. Развернись, убей этого Разора. Развернись, убей, у него статик линк на кулдауне. Киоу, да что ж ты такой? Боится, там ШД был рядом, дерево было рядом. Ну, в принципе, я думаю, если бы он развернулся, с ДД он бы 100% убил бы. Там реально много тычек-то и не нужно. У него паунс почти промакшен. А, уже промакшен даже, 8-й. Да, он мог его легко упить. Но он решил, что лучше с Ивови сыграть. Во всяком случае, как это сделал сейчас Морфлинг, тоже себя уже почувствовал, так скажем, совсем Иисусом. Да. Поэтому нужно чуть-чуть хотя бы подумерить свой пыл, не так наглеть. Да, ну и Лейклс, мы видим, умер. Для него это, конечно же, сейчас очень неприятная штукенция. Надо ему что-то придумать, ему надо быстрее выносить отсюда кучу денег. Вот пришел еще и Марч против него. Марч собирает Аганим. Сразу же, Варлоку. И я думаю, довольно быстро это Аганим получится. Ну да. Учитывая, что товара должны падать, один товар уже упал, скоро следующий, как голем откатит. И Сларк догоняет по нетворсу Морфлинга, что тоже стоит отметить. Ну вот фраг вот этот вот Сларка на Морфлинге, конечно, ошибка Лейклза. Он стоял там с этим големом, думал, что все уже ушли. Но оказывается нет. Ну вообще он думал, что все уже ушли, там на карте было видно. Сларк ударил Трента, потом побежал в сторону Морфлинга. Тут, конечно, не доконтролил немного. Лейклс. Угу. Ну что, под смоками хотят цапнуть Варлока, вот того пока голем в кулдауне. У Шэтоу Демона, посмотри, какой левел. 4-й, боже мой, у Трента 4-й, 10-я минута. 4-й также Джакирос. Ни одного суппорта. Саппорты в этой игре пока толком не делают ничего. Вот Рубик ждет 6-й левел, чтобы украсть перекачку и сделать себе 1000 с копейками хп сразу. Да, один хотя бы из суппортов на 10-й, там на 12-й минуте должен иметь 6-й. Поймали Disruption, Soul Catcher на Рубика попадает. И пошел голем. Ну, тут... под ультой Китавра, да. Ну, дерево заберут. Это уже хорошо, как бы голем от кулдаунится, ничего страшного. Сейчас можно еще и линию пропушить. А Рубик что-то украл. Рубик украл Soul Catcher. Не, Рубик украл Shadow Poison, извините. Будет закидывать. Ну, такое себе, конечно. Ну, все равно здесь Фурион, здесь есть голем, надо забирать Тавр. Это понятно, и это абсолютно верно. Вот пошел Liquid Fire на Тавр. Голем танкует на себя пока крипово. Он понимает, что его тут пока убьют, пройдет полчаса времени. Ну и вот вышка падает. Вышка падает очень активно. Морф отсюда распетлял давным-давно. Вот только сейчас он подтягивается вот в виде Сларка. Сларк с морфом. Ну и вот все, Лейклс понял, что пока он не соперник Сларку. В миде Тауэр стоит, а Лейклс ничего не делает. Это не есть хорошо. Боже, как же этот голем отгоняет, ты смотри. Так он жесткий, у него там пассивка, если прокнет, там пол хп с удара сносит. Что они делают? Просто, ты смотри, просто кайт, и голем сейчас закончится. Опа. А они ее дабл эджем добили, 100 голды заработали, тавр потеряли, все, команда и убегали. Вот так вот. Сейчас действия от Мистраст, они очень-очень странные. Видно, что ребята что-то не ожидали. Нервишечки! Нервишечки, во-первых. А во-вторых, MVP-то тут на кураже. MVP себе взяли Варлока, и MVP вообще... Ну, то есть, что прикольно, когда ты играешь против команды, и ты видишь, что они тебя боятся, они там банят их героев и так далее. А MVP, по-моему, вообще не дуют вообще. Им все равно. Морф, забирайте. Что там еще? Забирайте все, что хотите. 11-я минута ПТ Shadow Blade. Это лучшее, что может быть. Да. 11-12 минут — это самое тайминговое на Сларке. И вот он нападает. Фурион помогает ультимейтом. Кентавр, самый толстый герой на этой карте, умирает за секунду от этого Сларка. Супер. Что будет дальше? А дальше будет два голема через несколько минут. А два голема — это что? Правильно, это Бобо, а потом будет 4 голема. Они с одним там справиться не могут. Да-да-да-да. А когда 2 упадет, это же дурдом будет. И, по-моему, MVP сейчас на правильном пути. То есть, окей, Морфлинг, это ваша основная ставка, мы вас поубиваем и без него, а потом пусть один он разбирается. Но, в принципе, он может разобраться. Мы уже не раз видели, что для него это вообще не проблема. Но надо ему собраться. Ему самое главное сейчас не совсем бегать с командой и как-то сплит-пушить. Потому что вот тогда он в миде реально мог сломать тауэр и какую-то желательно аквилу себе уже оформить для того самого сплитпуша. Но... Смотрю на этого Морфина, на нем столько всего висит. Living Armor, Fatal Bansy. Просто Shadow Ward, да. Маны нету Варлока.
под тауэром стоит, фулл хп, но вот попытаются его взять, их тут четверо. Очень ненужная будет сейчас смерть для Марча, если он подстрянет, и вот выбегает. Очень слабые саппорты, господи, ну посмотри, у него даже пуржа нет, ну окей, поймал, дальше что? Ну и убьют, наверное, не съесть телепорт от Рубика, морф рывается, Марч живет, очень хорошо живет, но проклятие все-таки на нем висит. Боже мой, сколько долго они за ним дайвят, еле-еле, или даже не убьют, ты да посмотри, ладно, достается-таки. Черт! Тиммейты просто ложили болт на своего мидера, не прилетел никто. Да, нет, но если бы сюда прилетел Сларк, он бы спину запрыгнул, он бы вырезал минимум двоих. Это в любом случае. А вот сейчас он зарежет Разора. Просто прыгай и режь его. Давай, первый удар. Оп, слотарчика. Прыгнул, цепанул. До свидания, Разоришка. Пум, еще одну тычечку. Дэмэдж высосали. Да. Ну, все равно у него было 80 дэмэджа, он просто не пошел почему-то. Слабак, йоу, слабак! Вот такие раньше моменты надо приходить. Вот да. Что значит скроллы, все такое покупать нужно обязательно. Тем более, когда у тебя все хорошо по деньгам. Согласен. Огр Клаб себе взял варлок, голем откатил и очередной тауэр. То есть методично сносят тауэр за тауэром. MVP, молодцы. Слушай, там дерево в спину заходит, и правда, сейчас дерево спалилось на вардах. Она там была в инвизии. Слава думаю, богу, он ульт получил. Ну, здесь есть голем, и идти сюда сейчас очень нежелательно. И там что-то украл Рубик веселый, что он украл. Он украл Nature's Gear. Ну, так как инвиз. Инвиз в два у дерева? Что? Ну, это тот самый тренд. Я таких уже видел. Хейтил очень много. Да, но... да, ну кстати, инвиз Рубик это тоже довольно крутая тема, потому что он будет. Пурж у Shadow Demon крутая тема, когда он его уже получит, потому что голем будет падать тупо с пуржа. Но этот товарищ не может его поднять себе. Боже мой. Врачивня. Зачем? 15-я минута. Левел 5. Соберись уже. Тряпка. Давай, ТНК, мы в тебя верим. У тебя такие роги модные. Тогда шмоточки себе купила. Да, играть не умеет. Что машину тут? Купил, права купил, ездить не купил. Точно так же и здесь. Как он в пабликах арканы наберут на террорблейдов, блин, и играет. Ну бы. Да. Ну что, под инвизом Рубик тут шастает. Пока, кстати, не своровал он перекачку. Да, стоп, подожди. А, ну да, все правильно. Не своровал 730 хп. Не довелось. Так, что там у Марча? У Марча 1200 до появления у него Аганима. А, когда у Сларка будет Скади, я не понял. Скоро. Ну, он скоро. На пути. Достаточно у него пока все хорошо. Вот Морфал не отстает по натворсу. Помогает своим тиммейтам. Может, Хекс купить? Это будет слишком жестко. Да почему? Вообще в этой игре было бы неплохо Орчит купить, учитывая, что там любого затыкаешь, это... 100%. Не, ну Орчит, там есть товарищ Фурион, который уже начал его собирать, собственно. Ну вот. Красавчик. Вот на топе отдают тавр сейчас таиландцам, ребятки из Кореи, но заберут Рошан. И, кстати, может даже успеет полететь, потому что летит Марч уже на Т2. Ну нет, Т1 не потеряет точно. А вот абы Марч сейчас не подвстрял, потому что дерево здесь в инвизе стоит. Есть еще один телепорт, и еще один телепорт. Киол должен догонять как минимум ТНКа. ТНК левел 5, вот так вот с двух ударов он умирает просто. Бам, дисрапшн, буквально одну тычку остается там, сделать. Так умрет. Дайте варлок, варлоку деньги. Он, отлично. Отдали варлок, которому надо деньги. Потеряли тавр, забрали Рошана. Мне очень нравится, как играет команда MVP. Они ведут уже 4200 денег и 2000 экспы. У них четкий план действий, да. И они придерживаются его. Вот это мне нравится. Вообще в любой команде всегда так и должно быть. Как это делали те же Оранжи, они лидируют, и в один момент они не понимают, что нам делать дальше, их один игрок выигрывает на Клинксе. Понедельник, 7 утра, зачем ты про Оранжи вспомнил? И так не весело. Ты еще вспомнил про этих, извините, бомжей, когда же их распустят уже? Ну, надеюсь, сейчас распустят. Последнее место на ВПЦ, не попадание в плей-офф квалификации на International, я думаю, это повод. Минутка хейта. Ох, как хорошо! Реакция, ты посмотри-ка, молодец, Сларк. Ну тут ШД тоже сработал, примораживает все-таки кентавра, Сларк идет до конца, голем падает на двоих, дерево ультует, Сларка не цепанули, проблемы огромные сейчас могут быть у кентавра, как долго его бьет-то Сларк. О, плотный кентавр, фейтболтом его накрыли, ссылки HR, больно, упал тавр и хочет Сларк развернуться, но у него в принципе тут маны нет. У него Аегис, так что ему в принципе можно не бояться, да. Но Лейклз в миде тем временем. Вот он это и должен делать, и видишь, взялся он за свое. Да. Аквилы, ему реально не хватает аквилы какой-то, чтобы
эти линии ломать было гораздо проще. Но у него уже скоро Линкен, а дальше начнется веселуха. Его ловить вообще нечем у MVP. Он спокойно уходит как с репликейта, так и с вейва. Вейв тэп-аут. Ему главное иметь скролл. Больше ему ничего не нужно. MVP его не смогут убить. И вот сейчас начнутся реально серьезные проблемы у MVP, так как они будут ломать тавара, а в ответ морф тоже будет ломать. Да, это, конечно, печаль, но ты, ну, видишь, мека появляется у ТХД. Два голема появятся вот-вот, и там есть уже сайленс у товарища Профета. А сайленс это... Ну вот и вообще сайленс. То, что сам Профет есть, своим ультимейтом будет отпушивать, плюс прилетать как-то там что-то делать. Ну, в общем говоря, если MVP умеют играть против такого морфлинга, сплитпушащего морфлинга, потому что по факту в замесе этот морфлинг никакущий, но на сплитпуши мозги выносить будет знатно. И какой-нибудь варлок, допустим, прилетит, что он ему сделает? Он ему ничего не сделает. ТХД может задефить, но тогда пуш будет слабый. То есть тут такой. Сларк пошел под шадоблейдом. СД рядом. Так, тут же Фурион прилетел. Сайленс. Ой, хорошо. Лейкенза. Заорчит. Не убьют. Не убьют. Или должны заорчить. Там 5 секунд сайленса. Шадоу Демон подошел на помощь. Ой, у него левел, подожди. Шестой, красавчик. Отлично, есть ультимейт, но он почему-то не помог своему тиммейту. Фурион отваливается, кентавр пытается убежать. ТП, а вот просто жмет. И нечем это ТП сбить. Ну вот то, что мы говорили, вот ТП уже только что показали, что можно делать ТП-аут, но получается шикарный размен, у Морфа сейчас головняк очень серьезный, потому что он не купил себе до сих пор, вот сейчас уже купил Линкен-сферу, как бы да, если бы у него была бы сейчас Линка, его бы, наверное, не убили. Шадоу Демон, где был Шадоу Демон? Он был рядом, он просто стоял там в притирочку практически к Морфу и не спас его. Но он кого-то запуржил, непонятно кого, и боялся подойти, его там Фурион закрыл, его Фурион закрыл в деревья. А, Фурион его закрыл, ну тогда да, тогда понятно. Ну тут Фури стоит отдать должное, мало того, что прилетел до Лорча, так еще и... Он так в спину очень четко залетел вообще, и не смогли ничего сделать. Ну что, Я хочу двух големчиков. Скоро будет. Скоро будет. 5 секунд осталось до двух големчиков. Если будет сейчас дефенс, то, я думаю, подерутся MVP. Фурион не прилетит, правда, но Фурион ультом поможет, я думаю, это... И вот Разор в этой игре, что он делает? Он 1-1-2, вот выбор Разора. Разор обычно берется на контру там каким-то Деваура, ОД, да, и так далее. Там, Лондруиду на крайняк. Ну, точно не просто так, и вот как мы видим... Точно не Сларку. Рубик с даггером. Рубик взял ультанул только что. У него заканчивался просто ультимейт дерева. Он взял так, что говорит, ладно, ультану я. Покажу, что... Ну, а что он у меня был, ультанул в вард, в свой. Дело такое, арканчики потратил. Это да. Ну, продолжают давить линию. Это, кстати, уже пятый тавер будет для MVP. По деньгам по-прежнему они ведут 4500, по XP тоже 4000, но им надо продолжать, им надо наращивать вот это вот давление преимущества. Ну, потому что морф уже на топе, мы видим, фармит, и они прекрасно понимают, что пока есть, например, Aegis у QO, он еще будет действовать сколько раз, 2, 3, 4, 5 минут уже почти прошло, то есть Aegis упадет очень скоро, через минуту с копейками, может, стоило бы подраться? Почему бы и нет? Есть два голема, есть сайленс. Избегают мистрасты. Они только что отдали тавер без боя, и вот MVP, они как бы навязывают файт, но, в общем говоря, не особо не мистраст... ведутся тайландцы, да, скажем, да, так. А морф их покупает все айтемы по таймингу. У него Линкен уже имеется, Мидас, Гост, и вот скоро такими темпами... Eye of Skadi, 21 минута. И это беда-печаль сейчас. Фура. Для всех, кроме Лейклза. Фура, давай, должен сбить как-то Линкен ему. Ах! Морфа уже след простыл. Так, вот но он так. Без маны на топе. К тиммейтам с вами прилетел. И там сейчас поймает Фурива. Фурив, проблемы у него огромные, прыгают на него, стан, дабл эдж. Ну и тут Фурив, конечно же, не выживает никак. Да, накрыли его. Разор зарабатывает этот фраг, счет 6-9, не самая результативная игра. И на топе Т2 Тауэр будет пытаться, наверное, забрать Митраст, ну что, не, как-то нерешительно пока действуют парни из MVP. И тайландцы этим будут пользоваться. Но закончился тут, Aegis. Видишь, они хотели морфа снизу забрать, а в итоге получилась контр-инициация, а морфлинг еще и ушел на топ. Тут, конечно, чисто ситуативно переиграли Митрасты, и тут чуть-чуть не повезло MVP. Ставится пауза. Где же эта фраза от рефери? Какая? Ну, мол, в чем причина паузы? Назовите. Да, у вас только 5 минут. Да, там и так далее. Он... Там серьезные рефери такие. Ну да, они вообще серьезные, но так мы не будем об этом. Да, мы уже, мы их тут за кулисами лучше попоносим немножечко, чем в прямом эфире.
эти ребятки любят. Ну, пока у нас стоит пауза, стоит напомнить, что сегодня у нас будет сыгран также гранд-финал. Начнется он в 9.30 сет, в 10.30 по Киеву, в 11.30 по Москве. А, вот она сетка. Сыграет Arrow Gaming из Малайзии, которые уже точно поедут в Сиэтл. Еще неизвестно, конечно, в какой роли. В роли участника. Все в их руках. За International или в роли участника Wildcard. Все действительно в их руках. Ну и они сыграют с победителем пары Mid-Trust против MVP в Best of 5 матче. А, ну, понятное дело, что трансляция этого матча у нас будет на нашем русскоязычном официальном стриме. Ну и нам показывают еще раз этих парней. И вот этот Лэнс, который немножечко похож на молодого Муши, скажем так. Да, если бы он еще хотя бы немножечко играл, как Муши, был вообще замечательно. Да, Лэнс любит фидить у Arrow Gaming, он у них играет. Он любит еще на кэри. Линкины покупать там на Миране, при том, что они убили Рошана, затягивать игру, черти знает до какой минуты, и чуть не проигрывать ее. Arrow Gaming, все нормально. Ребят, ну, в любом случае, как бы мы их не критиковали, они уже в гранд-финале квалификации, и у них, по сути, все хорошо. И вот кто из Азии к ним присоединиться, я не знаю. Liquid очень сейчас заинтересованно смотрит этот матч, потому что, понятное дело, что определяется их первый соперник по плей-офф, а по вайлдкардам, то есть, как бы, я не знаю, хотят ли Liquid видеть Mid-Trust, MVP или Arrow. Я думаю, явно не Arrow. Я думаю, все сейчас хотят, чтобы там прошли MVP. Ну что, все считают, что, эти MVP мы в Киеве раскатывали. Вот это самая MVP, большая ошибка. MVP, они растут, растут как. Я думаю, что на International, даже если они попадут, если они вот так вот будут играть, то это будет круто. Потому что сейчас они играют хорошо, правда, им немножко не хватает решительности. Им просто если взять все команды и взять, ну, мол, вот кто попадет на International MVP, больше всего получат от этого International. Да. Даже если они ничего не займут, они получат неоценимый опыт. Тот же StarLadder показывает, да, то, что они приехали, ничего не выиграли, но при этом какие они стали. Всего-навсего один турнир, один LAN-турнир. Да. А сколько пользы. Вот, поэтому, я думаю, любая другая команда, которая пройдет эту квалификацию, она вряд ли что-то там покажет на самом International. Ну, типа, да, ты прав. Ну, то есть, вот действительно, кто из квалификаций, даже всех квалификаций, сможет на International показать какой-то там суперрезультат? Ну, может быть, там, не знаю, какие-то LGD, ну, такое, если они выиграют китайскую. Ну, из азиатской квалификации, ну, Arrow. Ну вот если бы зефиры поехали. О, да, да, зефиры. Зефиры поехали, да. Ехали-ехали. 3-6, ехай-ехай, как в песенке поется, продолжать не будем. Куда ехай, я думаю, вы все знаете. И без нас. Если не знаете, можете погуглить. Ну вот, американская квалификация. Еще раз вам напомним, что North American Rejects вышли с первого места напрямую на турнир, Liquid со второго места. И они ждут, собственно, своего соперника. Ждут они своих соперников вот в этом плей-оффе, который состоится уже в Сиэтле. Очень скоро, я вам не скажу, какого числа, потому что я сам толком не знаю. Перед началом самого турнира. И вот кто-то из Азии будет уже соперником для Liquid. Ready, команды, и мы продолжаем смотреть дотку. Alright, carry on. Alright, carry on. Тут заняли Mistrust позицию, вроде как хотели пушить, но передумали. Разбегаются, было у них время подумать над своими действиями. Ох, Сларк хорошую руну находит. Это, наверное, лучшая руна, которую можно было найти. Ну, для него, да, я согласен. Это просто фантастика. И он побежит ее реализовывать. В дерево просто. Или Фура еще воскрешается очень вовремя. Будет помощь. Сларк пробежался на центре. Так, и нужен ульт Фуриона, чтобы сбить Линкин, но тут Сларк даже не подозревает, что какая его ждет тут сюрприз. Толпа. Так, вот его спалили, прыгают, и он просто делает паунс-аут. Мне вот интересно, как они его спалили? Ну вот они тыкнули вард, и он был еще на краюшечке, и кентавр сразу прыгал на него уже вслепую. С надеждой, что сейчас застанет, и тыкнем еще один вард. Ну да. Големов хочу! Так, ну вот уже... Ага, опять пауза, что-то... Что-то их, походу, Shadow Demon... Маус проблем, маус проблем. Нужно сходить купить новую мышку сейчас, Mid-Trust. Ну, вот дело такое. Так, ну а что у нас там по экономике? 5000 как было, так и осталось, 3000 экспы. Ну, ключевых. По экономике проигрывают MVP. Если они сейчас же решительнее не зайдут на хайграунд, на какой-то там, они проиграют эту игру. Нельзя им тянуть, ни в коем случае нельзя. Ибо будет больно.
Ну это да. Вообще есть, конечно, айтем, который Морфа немного контрит. С другой стороны, тут еще Разор, который себя вообще никак не проявил. Может быть, он, купив БКБ-ху, попрет вперед, вытянет там из какого-нибудь героя дамаг и потом начнет наваливать ого-го. Мы вообще видели Разора уже с Аганимом и Рефрешером. Да, да. Он показывал там очень серьезную доту. Ну, ДПС вписывает классный такой Разор. Ну, а здесь что? Ну, купит он БКБ, единственное, что от него требуется, это вовремя бросить статиклинк в Сларка, чтобы он не успел как-то от него там уйти и так далее. И как только... Ну, у Сларка будут проблемы в этом плане. Да, у Сларка будут проблемы. Ну, вот Сларку тогда, наверное, тоже стоит все-таки приобрести здесь БКБ. Ну, хотя, черт его знает, что оно даст. Тут даже не к Сларку, а вот именно к самим MVP. Им просто нужно, как ты и говорил, более... Ну, увеличить свой пуш-потенциал. Более весело. Да, ну то есть идти, ломать, драться до тех пор, пока ты не сломаешь им все. И дождаться следующего Рошана, убить его, заходить на хайграунд. У них время ограничено. Можно, конечно, затянуть, там Фурион затарится в 6 слотов, Сларк оденется в 6 слотов, какой-то рефрешер на Варлоке появится, там, может быть, Джакира себе что-то купит с Рубиком, и будет такой жесткий лейт. И вполне вероятно, что они в нем будут сильнее, чем Мистрасты. Просто Морф. Да, так. С ним лучше не играть. В игрушечки. Ну что, Т2 тавр в миде надо забирать. Там тем временем пошла вылазка в чужой лес от Мидтраст. Кентавр вместе с деревом. Будут пытаться найти они Nature's Prophet. Nature's Prophet, кстати, принес себе Малыштрон. Фармит дальше. Малыштрон очень крутая штука. Понятное дело, когда будет Мьёлнир, будет веселее. Будет вешать его на Сларка просто. И там Сларк будет устраивать кавабуну. А 1000 голды уже у QO. Ну и давайте поактивнее. Надо сейчас MVP действовать. Ну вот они уже вроде подталкивают линию. Минута до Рошана. Но это мы знаем, что минута. MVP. В принципе, наверное, тоже должны подозревать. Liquid Fire. Ну и Tower медленно, но верно падает. Надо, конечно, чтобы он быстро... Поактивнее падал, да. Потому что это время опять-таки реализовывает на топе Лейкерс на полную катушку. Мы видим 3200, у него есть уже шотган. И сейчас Мистрасты не хотят драться, боже, какие же они все-таки прям вот... Все правильно, но... Все делают на Морфа, всю ставку. Но абсолютно Морф опять же пушит не ту линию. Он не на том лайне находится. Сларк. Сларк и знает, что он здесь, лол. Вот дождался он паунса. Опять-таки не попал по варду. Тяжело заблинковаться туда на хайграунд. Зная, что стоит здесь вард, разбить не могут. Почему-то. Ну вот упал последний внешний тавер. И пошли чекать Рошана. А Рошан, по сути, уже... Ну вот он появится, да. Вот он появится прямо сейчас. И после этого можно будет... Вот 19 секунд осталось. Можно будет попытаться с Эгисом зайти уже на ХГ. Нет, интересно, а зачем Рубик делает... Аганим. Но, в принципе, если он стырит ультразора, такое себе, конечно, даже под Аганимом. Ну, Аганим, во-первых, дает много хп, и это уже хорошо для Рубика. Да, и рейндж каст увеличивает. Все остальное ему тут, в принципе, не надо, как бы. Так, Плазмафилд, увидели, что там есть Рошан, и интересно, Мистрасты не хотят отдавать Рошана. Да, неужели они готовы уже драться? Я так не думаю, что они здесь... Ну, хотя, в принципе, может быть, уже готовы. Рубик умирает. Нет, 1000 хп, может, Рубик и не умирает сейчас с шотгана. Рубик, он еще сам наваляет. У него же на 3 пассивка везучно. Он... У него все в порядке, его так просто не взять. Если, конечно, какой-то кентавр еще там не Сларк поможет. Сларк по вардам, Сларк стан! Тут же дерево, и до свидания, Сларк. Вот так вот. Вот это, конечно, не есть хорошо. Минута без Сларка, но у него есть байбек. Не пойдут все равно на Рошана Мистрасты. Ну вот такая наглость Киоу, конечно, идти просто прямо тупо в лоб, зная, что там враг затыкал. Вот смотри, там сентри было натыкано, всю игру их немерено. На трех линиях стоят сентри, вот здесь стоит сентри, еще там в лесу было где-то. То есть, ну, ребятки из Митраст отлично понимают, в чем их основная угроза для них. Конечно же, это Сларк. Ну и Морфлинг принимается за Рошана. Смотрю, как справляется очень даже неплохо с ним. БКБ летит Разору. Ну вот неплохо сейчас все для Мидтраст, кажись. А, Фуриону нужно уже лететь на нижнюю, на верхнюю линию и пушить Т3 Тавр. Уже ему надо это делать. Я не знаю, почему он этого еще не делает.
Он ультом поможет, если да, надо. Да, это очень странно, то, что он туда сейчас не прилетел. И вообще он должен был там быть еще... С самого начала. Да, как только убили Сларка, сразу... Но в драку MVP полетели два голема, хорошо, ну и кто будет прыгать сюда? Прыгнул ли? Так, Рейден. Кто заберет Аегис? Морфлинг забрался. Не прыгнул сюда Сларк почему-то, и это плохо. Ну и Райзен здесь в самую толпу залетел. Райзен погибает на... Ну, нормально его затыкал. Ну и погибает у нас Кентавр. Ну и 2 в 1 размен, по сути, неплохо. Ну и дерево тоже погибнет, дерево тоже погибнет. Дерево тоже минус, уже 3 в 1. Гем валяется. Вот это гем очень круто. И стоил ли этот Ашан того? Да. Конечно, стоил. А Эгис же у Морфа. И даже если бы четверо все погибли, все равно бы стоил. Ну вообще, да. Это же Лейкелс, куда? Тут что-то курьер стоит. И опять-таки, я сейчас очень сильно осуждаю товарища Фуриона. Т-3 Тауэр уже упал бы в этой драке. 100%. Потому что сюда бы никто не прилетел. Вызови пеньков и можешь уходить отсюда, хотя бы так. Просто побей, дай ультимейт, если увидишь, что там ты нужен будешь в драке, окей, прилетишь. Саппортов и поубивали без него. Но вот это ошибка. Этот Фурион, который не смог. Фурион, который ошибся и мог бы сломать Т-3 Тауэр противника. Это очень часто бывает. Очень часто команды, играющие за Дайр, вот таким вот образом и разводят. Улетают Фурионом на топ и выбирай. Либо ты, короче, сейчас заберешь Рошу, либо мы сломаем тебе Тауэр. То есть, либо то, либо другое. Да, ну тут немножко долго думал. Кьо у нас Ларки тем временем 3200 денег нахоботил. Морф купил себе Тревела. Морф решил, что слишком мало фарма. Нужно фармить несколько линий, а не одну. Ну да, ему как бы фарма много не бывает. И тут еще Фурион. То есть вот отчасти еще из-за фуры были куплены эти тревела. Потому что если бы фура был пограмотнее, конечно, эти тревела пришлось бы покупать еще раньше. А так, может себе позволить сейчас брать. Да. Так, Сларк. Сларк! Сларк! Да что ж ты такое дно-то, а? Гем еще отдал. Что ж ты делаешь? БКБ делает. И фидит. Походу, такое, два взаимосвязанных айтема каким-то образом. Удивительный товарищ, я прям... Но вот реально, если бы не эти две смерти глупейшие, было бы все намного круче у него. В итоге на топе там у нас что-то интересное. Это за Марчем погоня. Ну, делает он себе, кстати, рефрешер. Когда оформит, будет вообще весело. Тренд. Изает ультимейт, получает орчит, убегает и морфинг дает прокаст. Вейвом надо прокатиться. У него не хватает маны на вейв. Просто не хватает маны, из-за этого выживает варлок. Фулл хп за секунду себе оформил. Неплохо. Так. Я бы сказал, тут разор забежал. Закрыли у нас с Фарива, ну и тут Фарив один остался почему-то. Блин, что происходит с MVP? Вот они почему посыпались как-то. Какие-то идиотские совершенно ошибки. Они ведут сейчас 8000 денег, а их гоняют просто как не знаю кого. Фурион что-то лезет в самую драку. Ну, короче, я не знаю, что происходит. Происходит то, что команда потеряла свою игру. Вот они сломали все товары, а что дальше делать? План на этом кончился. Ребят, мы, короче, пушим их, ломаем все внешние товары, а дальше... А дальше стоим. Угу. А дальше пока не придумали. Так, Т2. Т2 на топе падает. Забирает его опять-таки Лейклс вместе со своими тиммейтами. У Лейклса опять 2000 голды уже есть. Сларк тревело шотган и линки. Сларк пытается доделать свое БКБ. Просто прыгает тут. Ну он-то его доделает, конечно. Вот как раз-таки ему один крип остался до появления БКБ. И вот нарисовал сейчас план ТНК, что давайте пойдем в своих лесах их поищем, и не здесь. Вы ошибаетесь. MVP Феникс, которые ведут 10 тысяч голды, стоят на базе. Просто у себя на базе. Как стадо... Не знаю чего. Как стадо из аматорской серии. Смотри, услышали тебя. Смолки жмут. Побежали куда-то. Но вот это их сильно подорвало. Во-первых, отдали Рошана, вот этот Слар, который фиданул, после чего был убит Рошан. Плюс, опять же, фуру упустил возможность сломать Т-3 Тауэр. Вот эти ошибочки, они очень сильно будут сейчас. Ну и отдали гем, что немаловажно. И смотри, идет вдруг в друга, в лоб, в смоках. Так, Киоу, палит движ. Киоу, надо сбить, Статик Линк сбивает. Нет, не сбивает Статик Линк, но там БКБ, все нормально. Два разора разрывают на части, ага, но этот тренд. БКБ. Смотри, Лейкл задержит в сайленсе, Лейклза подожгли, Лейклз госскепитер, пытается убежать, убили пока только Шеду Демона, Сларк в Лейклза, Лейклза нету маны, надо его догонять, заморозили, проблемы огромные у Лейклза, 2200 хп, но этого не хватает, минус Лейклз один раз, а теперь второй раз, как? Есть будет сайленс, хорошо, и
и просто разваливают ему кабину толпой. Иди сюда! Хорош. Просто. А байбека-то нету! 65 секунд! И это надо идти до конца. MVP! MVP! Нормально, я топлю за этих пацанов. Фрион 3300, все замечательно. Сларк куда-то пошел. Сларк будет... пошел две линии отпушивать, что ли? Не, братюнь, ты зря... Что это... они делают, лол? Они отошли. Написать им, что у Марфа нет байбека, или что, я не знаю. Ай, MVP. Вот то, чего им не хватает. Они куда? Яиц им не хватает, таких больших, как у хвоста. Вот, теперь да, собрались. Давайте, зашли в мид. Они дождались рефрешера, прожал товарищ Варлок, если ты вот посмотришь. У него големы откатили, но они не пошли дальше. Что они делают? Просто, да, это... Мама, роди меня обратно просто. Фантастик, Фурион купил БКБ. Ну, возможно, они решили, что, ребят, все нормально, если мы его два раза убили, значит, убьем еще. Типа, все на все хорошо. Дадим им шанс, а то что? Да. Так неинтересно играть. Они гем отобрали или не отобрали они гем? F5 нажимаем и смотрим гем у где? Гема нету ни у одних, ни у вторых. А где гем? Значит, где-то упал. Где-то валяется вот здесь. Может быть, на базе где-то валяется. Вряд ли на базе. А, вон, у Трента гем. Да? Угу. А, да, у Трента. У него не было буквально минут назад. Купил себе, видимо, или подобрал где-то. А, ехала, очередная драка. Идет тренд протектор. Кьоу здесь же видит Лейклза, готов на него врываться. Они не знают, что здесь дерево, и это довольно важный момент. Прыгает Кьоу, получает тут же вейв табло. Фарив, отличный телепорт просто. Сейчас спалится и убьет. Ой-ой-ой, какой ворчит. На рейджевого крипа падают големы. Разорвали на части Сларка. Файт практически полностью провалился от MVP, но при этом они все равно давят. Кентавр уйдет ли? Там походу дерево в инвизу, что кентавр нет, должен погибать. Не, есть урна, есть урна. Подхилили. Все потратили сейчас MVP, потеряли Сларка и ничего не убили. Это полнейший провал. Орчит в крипа рейнджевого. Что с ними происходит? Прилетел вот сюда вот Фурион, он застрял между деревьев и... это провал. Как же, какие же вы демоны просто. Я ну, вот не могу. MVP не хватает. Я уверен, что у них там уже сейчас руки трясутся, потому что реально, ну, им еще не хватает уверенности в себе. Они уже должны были давным-давно снести как минимум линию. Но в итоге может все закончиться тем, что Морф их просто поубивает. Морфа, 2000 голды, я что он себе взял? Ну да, этот товарищ делает свои айтемы. Если посмотреть на нетворк Сларка, он уже начинает отставать очень серьезно. На почти 4000 разница. Поэтому надо бы уже подсобраться без вот таких фейлов. Фуриону желательно какой-то еще хекс приобрести. Диффуза у Разора. Ну отлично, минус 2 голема сейчас в секунде. Да. Порч и диффуза, минус 2 голема. Я уже не говорю о том, что в перспективе еще и хекс можно снимать этими диффузами. Да. Так, бах. Сларк снизу на Лейклза, сбили линку, Лейклз, как больно он делает Сларку, Сларк выживает каким-то образом, БКБ закрыли у нас Бумбела. Там украли еще у него что-то. Ну и хорошо получилось, контринициация. Бумбела умер таки. Убили одного суппорта, но это замечательно по факту. Мистрасты засейвили своего морфлинга, было близко. И заставили Сларка потратить БКБ, что тоже неплохо. Да. Ну и ехали. Он жив. MVP побежали в атаку. Сларк уже кого-то ищет. Лотари. 2300 хп. Огромное количество агилы у него. Ну, все равно надо драться. И то подольше драться ему. Гем у него. Опять. Лучше бы он его кому-то отдал, потому что сейчас он опять фиданет. Да, не приносит он счастья этот гем. Ну и что, снизу MVP, ну почему же вы так боитесь заходить? У вас... Ну вот у Варлока 30 секунд КД големов, сейчас вот по идее они уже должны подтягиваться. Пока бы дошли, просли, да. Пошло бы этих 30 секунд. Да. Давайте, надо пацантре, идти. Я верю в вас. Золото уже вот это преимущество, которое было, оно это не решает. Почему они идут? Ты посмотри, сколько здесь крипов, 2 голема, да. Рошана, походу, хоть. Ну вот, я говорю, им не хватает как раз-таки тех самых яиц, уверенности в себе, волнуются, прям по ним видно. Не стал бы Фура орчит в крипа юзать, если бы не волновался. Ну да, такие мисклики довольно редко бывают. По морфу тяжело не попасть. Сложно спутать морфа с рейнджевым крипом, да. Но, в принципе, это существо с коробкой на голове, сложно с чем-либо спутать. Да.
И на топе мы видим Фури в 3400 на Фурионе имеет. Марч 1000 голды на Варлоке. Тут 11 левел Рубик. Рубик действительно Аганим себя скоро вынесет. И Аганим делает Джакиро. Напомним, что у него сейчас просто какой-то невероятный рейндж. 1800. Да, с базы будет кастовать. Нормально. На полном серьезе, кстати. Ну что? MVP Феникс Митрас. 37-я минута первого матча финала лузеров. Американской квалификации. Напомню, что это матч за слот. Матч за слот в Сиэтле. В любом случае. А вот в гранд-финале уже будет решаться, будет ли это прямой участник, или же это будет участник плей-офф. Ну и Морфлинг набирает свои айтемы. Уже 4000 голды у него имеется. Дождались Рошана MVP. Но они его, конечно, пилить будут очень долго, если сюда Фура не придет. А Фура пока вот пешком ходит на базу. Пешком ходит на базу, Фурион. Угу. Тебе не стыдно, пешком товарищ? Пешком вообще Фурион не должен ходить. Так, он короче, продал скролл и взял дизолятор. И при этом пешком шел на базу. Окей. Такой он нереальный просто. Ну вот, наконец-то Рошана начали нормально добивать. Кстати, Митраст могут сюда успеть. Нет, уже не могут. И Сыроэгис. Ну, благо, посмотри, на ДПС Фуриона ты понимаешь, что если этого товарища не убить сразу, он не должен себя подставлять. Он выдаст огромное количество ДПСа. Сларк забрал и Сыр, и Аэгис. Здесь у него БКБ Лотар. Ну и правильно. Скади 2300. Правильно. Там же Сыр ему никто не помешает заюзать. Либо там умрет и потом переродится через Аэгис и еще будет раздавать. Сларку очень приятно. Тут больше, в принципе, некому. Варлок даст два голема и на него чихать. Рубик там что-то заюзает, на него ну тоже да, чихать. Ну да, в принципе, на всех абсолютно. Фура единственный, но у него слота нет. Фуриона тут даже непонятно. Фуриона, в принципе, нельзя подставляться. Фуриона неплохой запак, да, потому что тот дэмэдж, который он будет вписывать, это очень важно. Учитывая, что все агро будет идти в Сларка, все пытаться будет убить Сларка, и тот же Разор будет Static Link забрасывать в Сларка, то Фурион просто должен стоять в сторонке и по 300 дэмэджа вписывать с одного удара. Да. Ну что, толкают два лайна Мистрасты. Вот они сейчас играют очень грамотно. Ну все четко, MVP должны заходить на хайграунд и пытаться закончить игру сейчас. Если они проиграют сейчас файт, Морфлинг отправится на топ с травелов. И будет очень-очень плохо. Да, ну байбек есть у QO в любом случае. 3000 у него денег, у Варлока полторы. График байбеков. Да-да, ну видите, что есть байбек у Сларка и у Варлока, в принципе, у двух самых важных. Ну и давайте, вы не будете так долго ждать, Фурион летел в мид. Отпушить линию, ну вас же разводят сейчас как детей. Фурион сейчас пойдет травела себе еще купит, наверное. Не, пошел на топ, пешочком, хорошо. 345 МС-а, быстренький. Красавчик. Бежит. Боже, какие они, почему они так боятся? Да, я понимаю, что там тоже очень сильный враг. 10 тысяч голды, 7,5 тысяч XP преимущества, вы играете на Верочку. Ну, или это я просто очень так сильно хочу, чтобы MVP зашли, и ну, что, ну, чем вообще, дальше, тем хуже. Ты как бы, да, ты тут у нас все 100% прав, потому что если они хотят победить, иногда просто команда не понимает, что для победы нужно играть не на Верочку, а вот идти здесь и сейчас брать, потому что потом уже Верочки никакой не будет. Ну, будет Людочка какая-нибудь. Да. А вот ты, Людочка. Вот и Людочка пришла, да. На Разора прыгнул Сларк. Тут БКБ Разор говорит, нет, до свидания. Фуриона нету. Големы. И если Разор убьют, будет хорошо. Убили Разора. Сларк съедает сыр. Тут, ой, как Кентавра опять-таки поймали еще до стана. Кентавра можно забирать. Кентавра застанет, правда, 4 големов одновременно. Разор байбекается, трипл килл оформляет Морфлинг. Морфлинга не остановить, пошел дальше. Ну, големы его тут, конечно, прессингуют. Юзает Этернал, Кентавр, Стомп. Не успевает заюзать, разорвали его на части. Заморозка попадает. И Разор второй раз можно убить. Разор нужно второй раз убить. Сларк что-то хоть потратил. А Эгис или сыр? Сыр потратил, Эгис еще не потратил. Ну и Морфлинг, что? Морфлинг фраг разрывает одного за другим. При этом он не тратил даже байбека. Ой, хорошо. Кентавр! И опять поднимает Рубик. Последнюю секунду. Кьёв, это только Аэгис. Сейчас он убьет ТНК, может быть даже Лейклза. ТНК он точно убьет. Но Морфлинг без маны, он возвращаться не будет. Дисрапшн, ТП в кулдауне. И отсюда вы никуда не уйдет уже этот товарищ. Его 100% заберут. Он просто тянет время. Ну, я скажу так, файт выиграли да. Мистрасты. Как ни крути, это тут факт.
Они забрали сыр, забрали Аэгис, поубивали всех. Вопрос в том, где, мать его, в рот погиб Фурион, а? Кентавр его там бахнул в миде. Почему, почему он вот здесь был? Почему? Да потому что терпилы, потому что трусы, вот почему. Потому что... Это правильно. Он не должен был умирать здесь просто так. Он здесь один раз умер, потратил байбек, вернулся в замес и вернулся так, что просто забей. То есть, когда этот человек боится зайти на хайграунд и дефит линию, это норм. А вот сюда прыгнуть он не боится. А что ж ты сюда не прыгнул? Тут тоже норм вообще. Чё? Ну да, там можно подраться, поубивать можно. Да, беда, печаль, скажу я вам. Сларк, конечно, нахоботил много денег. Купил себе башер с... не, по-моему, Сенжин Яши там не был. Он продал ее, да? Он купил сначала Сия, продал, купил башер. Понял, что Сия ему тут не надо. А вот башер и, в частности, потом Abyssal Blade ему очень даже пригодится. Да, очень пригодится. Так, морфа. Ну и пригорает у меня очень плотно сейчас от игры команды MVP Phoenix. Так, сейчас дерево найдет. Дерево нашло его. Друг друга в инвизе не увидели. Все отлично. Да, разбежались, не подозревая ни о чем. Варлок с даггером. Это, кстати, очень важный момент. Вообще, варлок с даггером, мы когда еще катали, помню, ставкапы, вот этот варлок с даггером, мы его тоже юзали. Не, это очень жесткая штука. А когда у тебя еще два голема, то это вдвойне жестче. Ты ловишь удобный момент, при котором голем падает уже не на одного там разора, а на всю вражескую команду. И тут Марч может в соло сделать игру своей команде. Так, ладно, переключаемся обратно на нетворсы. Поинтереснее будет. И 26 тысяч уже у Морфлинга. Так, поймали разора в миде. Големы попадали. Зачем еще одни големы? Зачем? Ну, за столько ресурсов големов-то, а? И разор просто ты прав. Ну, понятное дело, что он не уйдет. Если бы он ушел, это было бы очень. Ну, а зачем они потратили столько големов, учитывая, что морф на топе сейчас Т3 будет так, нести? Так, а у разора байбека нет. Да, может быть, он делал байбек в прошлой драке. Морф будет разменивать линии. Морф уже пошел морф разменивать линии. Морф быстрее сломает. Конечно. Морф уже здесь. Ну, хотя тут големы. А глиф есть? А глиф есть. Гриф есть, ликвид фаер есть. Не, морф сломает им одну линию, морф сломает им вторую линию. Притом, боже, что вы делаете, ребята? И они улетают уже на сломанные бараки. Что вы делаете? Минус Джакира. Кентавр делает тип-аут, линия упала, здесь линия стоит. Да, там рейнджевый барак подгрызли големы, но это его... просто провал! Вот, ну... Что ж такое? Почему же им не хватает вот, не знаю, чего? Капитана, что ли, да, который скажет, вот что надо делать. Да, возьмет свои руки и, как бы, ребят, не волнуйтесь, слушайте меня, все будет хорошо. Идем, действительно, ломаем. Одна за другой ошибки, одна за другой. Нельзя так ошибаться. Опять-таки, развели разора на... Ну, убили разора, окей, убили его через 4 голема, хорошо. Молодцы. Плохо. Идите же наверх, отбейте линию. Не надо вот бежать. Вообще, вот это да. То есть ты когда тратишь все свои ресурсы и идешь, и при этом видишь морфинга, у которого уже 300 дамага и атак спид, там 3 удара у него там почти в секунду, то, извини меня, на что ты надеешься? Пока ты доковыляешь своими бомжи-големами, морфлинг вам всю базу сломает. Ну, так и случилось. Oh, это очевидные вещи, которые, ну, нельзя так ошибаться, серьезно. Но опять-таки, мы все сводим, конечно же, на нервы и на то, что команды все-таки играют за попадание на International, где, блин, почти 6 миллионов призовой. Вот он, морфлинг, дает прокаст, но не убивает, Рубик очень толстый. Подхилили его. Ну и что и... дальше? И что вы с ним сделаете? Да, без Сларка ничего. Вообще, он не ощущает. Пол хп ему, конечно, сбили. Не, ну был бы Сларк, было бы больнее, конечно. Сларк на разора хотел. Не получилось. О, боже, а там уже Скади. Фурион закрыл разора, разор БКБ. ТП-аут не хочет делать. А у него нету ТП-аута. Лол! Лил! Разор! Тики! Лил! Какой здравствуйте! Же... Здравствуйте! Вот мне чем нравятся такие игры, они ультра непредсказуемые. Вот сейчас разор просто дается на ровном месте. Я не удивлюсь, если сейчас еще кто-то фиданет. Но эта игра, похоже, просто село вперед, село назад, село вперед, село назад. Да, да. Нет байбека. Зато есть стики, понимаешь? Это очень важно. На такой минуте не иметь скролл, но иметь стики. И Vitality Booster. Ну, Vitality Booster это круто. У Разора, конечно, с айтемами все совсем печально. Он вообще ничего не делает, это мидер как бы. Непонятный пик до сих пор.
Морф ворвался, дерево, отличный ультимейт. Морф получает стан, тут же еще стан. Морфа надо месить своей командой. Лейклс очень битый. Видимо, пытался убить Марча, Мека вовремя, Лейклс уходит. И теперь Агро на бараке. Заходит сюда, Мидим Фориев, закрыл ТНК, с трех ударов его убил. Ну и бараки упадут с одной стороны точно. Морфа раскатили, надо забирать еще одну сторону. Вот она ошибка Разора, чего стоила. Ну, только сейчас Рубик украл перекачку. Всю игру он не мог ее украсть. Вот, наконец-то сейчас перекачался. 2200, все, Рубика не взять. Крутки. Это явно хороший знак. Ломают еще один лайн. Фурион. И на третий лайн надо идти сразу. На Лейклса пока не обращать внимания, его надо кайтить просто. Морфинг даже времени у него не было для того, чтобы отхилиться полностью. Да. И отступили. Ну, окей. Барак добейте. Добейте барак. Големы. Ну, почти добили. Ну, там самое главное, сломали один. Уже хорошо. То есть, два лайна сломано. И самое главное, что сломан мид и низ. И тот лайн, который у них пробит, они сейчас по нему спокойно идут, да, и пушат. Ну, и самый еще довольно важный момент, что, заметь, они Морфа-то не убили. Они просто на него забили. Они его откайтили и сказали: чувак, мы тебя можем убить, так что не лезь сюда. И пока он там бегал, пытался придумать что-то. Почувствовали игру. Да, минус две стороны. Закинули просто все, что было в этого морфлинга. Единственный. Разор, посмотри на Разора. Что он из себя представляет? Ничего. Shadow Demon, Кентавр, Трент. Они вообще все, ну, просто никакие. Всю пользу, которую внес Разор в игре, это он трех големов раздефузил. Все. И да, это единственное. Там Хекс, кстати, появился у Фуриона. И сейчас еще будет морфлинг. Тут мистрасты очень нагло играют. Их могут за это наказать. Должны, во всяком случае, за это наказать. Макропира, вот она полетела, макропира. Хорошая, Лейклс. Смотри, как быстро бегает. Спрятали. О, Хекс, тут на Рошана переключились, Кентавра. Надо морфлинга, самое главное морфлинга фокусить. Там месяц контролить Макша. Его. Его контролят, его пока Разор контролят. Разорвали на части. Фурион вообще непонятно, что делает. Дает прокас морфлинга, там минус Фурион. Дерево надо добить. Дерево надо добить. Дерево едва живое уходит. Дерево даже не ультануло в этом замесе. У него есть дагер. Сбейте ТП! Нечем, ай-яй-яй. Есть там еще и база горит. Но да, они сейчас Рошана должны забрать, зато спокойно. И репликацию забрать, отлично. То есть морфинг сюда не вернется. Разора опять нет. Рошана спокойно забирает, идут на хайграунд, выигрывают эту доту. Подожди, там сделал Фурион байбэк только что, да, я так понимаю? Да, Фурион сделал байбэк. Вот он БКБ. А Егис надо Фуриону, я не знаю, правда, вместо чего. Не, он тут его, походу, вообще никак не может взять. Ну, а Егис отдали Кьоу. Сыр забрал Варлок. На базу отхилится, и по верхней линии пойдет, наверное, атака команды MVP Феникс. Но у них нет больше других вариантов, да. Это самое лучшее, что можно придумать. 50-я минута, кстати, а игра, вот игра держит напряжение, такая хорошая игра. Я, честно говоря, не заметил даже, что уже такая минута. То есть обычно на 50-й минуте ты уже такой: да сколько можно вообще? Когда же они пойдут? А тут вот действительно классная дота. Мне нравится, я надеюсь, зрителям тоже нравится, надеюсь, нас там много. Морфлинг. Так, ну-ка. Фура, Сларк. Сларка нет, просто еще одного слота, чтобы забрать сыр. Потому что ему было бы на самом деле неплохо. Ну ладно, окей, Варлку отдали. Может быть, он потом передаст даже. В случае чего. И передаст. Понимают сейчас, что на базе драться вообще не вариант. И они захотят вне базы драться. Ты посмотри на этих. Ну это, кстати, хорошая идея. Вот сейчас очень-очень, если они там хорошо подныкаются все. Но если они проиграют файт. Не, ну они сейчас все в инвизии. Для них это просто супер. И они могут дождаться прям, когда люди зайдут и в спину, и забежать. Вот такие локи! И все убивают остальных. Бумбелла умирает первый. Абуса повесили на Абу. Сразу начинает его фокусить. Сларк, очень много дэмэджа. Лейклс. Улетел все-таки Лейклс отсюда, но это минус 3. Это единственный, кто может улетать. И, кстати, ему даже Линкен не сбили. Боже, они... какой Сларк четкий вообще. Откуда такая реакция? Я не знаю. Он что там, знал, что ли? Я не знаю. Это невероятно. Реакция просто феноменальная. Ну, вот просто взять, я знаю, есть куча мувимейкеров смотрит, просто взять и реально посчитать, сколько там времени прошло. Морфа разорвали. До свидания, Лейклс, до свидания, Иисус, не все так просто. Вообще, по делам этим товарищам, потому что они взяли такой терпильный пик, и который рассчитан на Морфа вернулся. Пытается он тут, конечно, еще что-то сделать, понятное дело, что у него ничего не выходит. Расчет на какие-то ошибки, ну ладно, к этому вернемся уже на аналитике. Но браво, MVP, я прям очень доволен этой игрой, молодцы. И вот опять Лейклс за всем селом, давай его, давай!
Вот так вот. Показали, что один, это вот та игра, в которой показывают, что один, как бы, игрок, он не тащит доту, должна тащить вся команда. Посмотрим на Разора. Зачем он, во-первых, пикнут и... Зачем он вообще существует, этот чувак? Да, и что он сделал на этом Разоре? 4-8-6, провальнейшая игра на Разоре. 9-5, ну, сейчас мы посмотрим статистику после игры, я надеюсь, если наши... Наши люди не спят. Или спят. Ну, и в любом случае у него 5-минутная задержка, даже если он не спит. Ну, тогда я сейчас дам инфу вообще. Ну, вообще он не спит. Так вот, по поводу этой игры. Задумка изначальная у Midtrust была стандартная. 4 плюс 1, играем, морф тащит катку, мы там сливаем 10 тысяч по экспе, 10 тысяч по голде, ничего страшного, у нас морф затащит. Что делают MVP? MVP берут пик в пятером, такой... Причем пушащий, очень хороший пушащий пик на самом деле. Тут, вот этот Джакира отлично зашел. То есть, ну, есть там к нему вопросы, стоило ли собирать аганим, или, может быть, сделать хекс тоже. Но это такой, такие нюансы. Там Вэлла в Дискорд можно, очень хороший дэмэдж бы заходил. Но это такие нюансы. У них был пик с расчетом на то, что мы идем пушить, мы идем убиваем, морф нас начинает вырезать, а мы в это время убиваем всю его команду, и один морф начинает на репликейт уходить на базу. Это... Такие общие, собственно, задумки у команд. То есть, когда тащит Исус, когда команда противника собирается просто переиграть. Не собирается, не играет с расчетом, вот у них Исус, мы его будем игнорить и будем убивать всех остальных. А игра типа с расчетом, мы просто выигрываем. А эти MVP именно с расчетом, мы не трогаем Исуса, мы трогаем всех остальных, и у них неплохо получилось. Ну, они в конце Иисуса нормально потрогали. Ну да, да, там. Когда он один остается, понятное дело, он ничего не может. Ну вы просто там такие нюансы, что на 51-й минуте у Shadow Demon 2000 нетворца. 51-я минута. Да, но Shadow Demon у нас горел очень долго, 6-й левел он взял. Не, я просто самый такой этот. Шестой левел, это у него, он был самый важный в этой, вот в начале игры он был самый важный, потому что голема убивает пуржом своим. И должны были Midtrust дать ему специально время для фарма. И это очень было важно, жизненно было важно. Потому что голем, как мы тогда видели, они всей командой за ним полчаса бежали, еле-еле кентавра в конце добил. Ну, да. Кайтировали. Не, ну неплохо все равно. Опять-таки, по поводу неуверенности MVP. Вот. Почему они так медленно играют? Не уверен. Ну, там, во-первых, появлялись ключевые артефакты, то есть не хотели они заходить без БКБ, то есть вот они жались, там у Фуриона появляется БКБ уже там в какой-то момент, когда все ресуются у Midtrust, то есть без него не хотят, не знают. Ну, могли они разводить, попытаться развести на байбек Иисуса, то есть проверить хотя бы, есть ли он. Его не было. Но они этого не сделали, и, ну... Да, проиграли в этом моменте, ну, в итоге-то не проиграли по игре, поэтому они могут сказать, что мы были правы, так что, как бы за победителями правда. Ну и в целом, такие моменты, мне очень понравился аганим на Рубике, на самом деле это очень крутой артефакт, он себе придумал. А почему? Почему? Во-первых, Shadow Demon с двумя пурджами. Которые ты у него воруешь вместо одного. Это раз. Во-вторых, у тебя каждые 5 секунд ты можешь воровать новый спелл. Взял, украл ульту кентавра, там, побегали под ультой кентавра, через 5 секунд украл у него стан, украл у Разора ульту, еще что-то. То есть воровать действительно было, есть что. То есть у Марфа там 3 спелла, которые, в принципе, тоже можно своровать. То есть действительно очень много юзабельных героев у противника, и весь их пик у Midtrust на самом деле... Был один депейсер, морф, который бьет с руки, у которого тоже 3 спыла, и у все остальные идут в прокаст. Разор 3 активных спыла, 4 активных спыла вообще у Трента, 4 активных спыла у Shadow Demon, 3 у Кентавра и кто он? Ну, всех я, в общем, назвал. То есть, фактически из, ну, у нас есть 5 героев, из 20 спылов украсть можно было 17, ну, грубо говоря. То есть, и аганим в таких случаях, причем важные спылы, не какие-то там, я не знаю, телепорт Фуриона в замесе. Подожди, телепорт Фуриона это очень важный. Ну, в замесе он в замесе, тебе... да, поэтому, не самый, ну, важный. Поэтому аганим-то и не собирается, если ты хочешь воровать ульт, точнее, ТП Фуриона, зачем тебе аганим? А тут именно 17 спылов, грубо говоря, ты можешь украсть и чувствуешь себя вообще шоколадно. Ну и, собственно, Рубик, я бы сказал, один из... плеймейкеров этой игры, потому что вот я видел на камере у Арена, камеру ввел Арен, когда
сносили, убивали героев в миду, ребята из MVP, и оттуда дали прокаст Морфай, и он улетел, начал телепортироваться на тревелах, на базу, чтобы отрегениться. Вы на этот момент не акцентировали внимание, но... потому что там драка шла, да, с этими галеонами, он ушел в леса. Да, прыгнул Рубик за этим, за Морфом, поднял его просто, сбил ему телепорт и ушел. И он пошел пешком. Да, и Морф просто не мог вернуться на базу. Ну и две стороны они потеряли. Да, это я считаю, что один... Ну, возможно, это действительно геймченч момент, по крайней мере, момент, это факт. В том замесе. Ну и огромный респект этому Рубику. Да и в целом команде MVP, да, они терпели, но вот сейчас они победили Midtrust с Морфом, и сейчас, может быть, у них уверенность такая появится, что, мол, ребят, все, что они могли, они уже показали. Давайте просто их сейчас раскатаем там за одну, за две щеки, и все нормально будет. Так что такое. Ну что, у нас сравнение как раз таки Лейклза и QO 13-3-13, шикарная стата QO. 9-5-4-419 ласхи для Лейклза, это он обычно делает вместо завтрака. То есть 419, скажем так, не самый лучший показатель. Для него слишком много времени его отвлекали. Ну да, ГПМ, XPM, все показательно на самом деле. И киллов у него было. То есть даже можно на лосхиты особо не акцентировать внимание, потому что это ж Морф. Все-таки с появлением шотгана он просто может начинать клепать фраги. Он этого не делал. Ну, у него не было возможности, потому что мы уже сказали, MVP взяли пик в пятером, и они действительно, вот это действительно момент, когда там только фрилайн один где-то загульный был, они реально в пятером ходили, и Морф просто подойти, дать рассказ и уйти спокойно, он не мог. Если он подходил, давал рассказ, ему то ли орчит, там, то ли хекс дадут в лицо, там, ну и... Но вы заметили, что мы рассуждаем только о Морфе, мы поговорили у MVP про всех. А потому что не хочется говорить про других. А да, что там вообще? Вот именно, в этом-то основная проблема, то, что там вообще, ну, то есть, этот Разор был полностью бесполезен. Разор у них бесполезен. Просто худший Shadow игрок. Демон, там, мы вот отметили его ультимейт, да, очень ранний, и так далее. То есть, одному Морфу очень тяжело, и... В принципе, когда один, вот молодцы, то, что MVP показали, нефиг, один морфлинг, он не победит доту. Угу. Был бы там Разор хотя бы с какими-то айтемами, хотя бы там Аганим какой-то, там Тарасочку, может быть, доделал бы, хоть что-то. Вообще ничего нет. Это печаль, нет, конечно, полнейшая. Там Кентавр, в принципе, достаточно неплохо отыграл, то есть на максимум, по крайней мере, он не делал затупов. То есть, ну да, там Разор, вот это вы говорили, он без телепорта, но с Magic Stick'ом. На самом деле, в том моменте это вообще не решало, потому что будь не будь телепорт, есть Абиссал у Сларка, и даже под Бакабо он тебе просто даст Абиссал, ты не улетишь. Ну, то есть, это не самый важный момент, но да. А то, что у него не было ТП, а зато был Вант, это, в принципе, показатель грамотности этого персонажа, и, ну, не знаю, посмотрим, реабилитируется он или да нет. Да и в принципе в миде Варлока, мне кажется, он бы мог нормально так поднапрячь. То они стояли друг против друга, тебе дали Разора, видно, что он на этом Разоре не очень хорошо понимает, что нужно делать, так как этот статик линк, он как раз таки сделан для того, чтобы ты вытянул хотя бы 20 дэмэджа, ты вытягиваешь, и да, ты просто переластхичиваешь. То есть ему минус 20 дэмэджа, тебе плюс 20 дэмэджа. Как-то в одном стриме Хвост там что-то говорил про вот эти 20 дэмэджа, чтобы в миде, мол, у противника от снимали, ему давали. Вот как раз таки об этом и речь, что ты буквально вот копейку урона себе вытягиваешь, противнику делаешь меньше, и ты его перекаесил, если даже хотя бы ты не можешь его там запинать. Все. Тут он... Они стояли, как будто, знаешь, вот, как вот в старые добрые времена, а давай друг друга не бить первые 10 минут. Ну да, как в казаках, или как в Варкрафте. Да, развитие. Да, да, да. Давайте 10 минут не воюем, и дальше начинаем. Ребят, у нас сейчас будет короткая пауза, потому что игра, там написали, у нас через 5 минут должна стартовать, поэтому мы берем короткую паузу и возвращаемся через 5 минут на вторую карту MVP против Midtrust. Легендарный The International приближается.
11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.